Стас, привет передавай! Что? Привет передавай! Всем привет! Бригада ныряльщиков на выезде. Занятие трындец. 40 катков выкопать сигнал на такой глубине. ГДАй. Ты знаешь, чем это пахнет? Фольга. Мелкая. Мне кажется, это фольга. А? Мне кажется, фольга. А, ну вот. От сигарет. Собака дикая! Что это? Банка пивная, разложившаяся. Или это олив? Значит, вам верняковая примета. Если пошли копать на пляж воду, в начале копа зашли подальше, как следует, где все плавают, где глубина почти по грудь, и нашли вот такой вот болт, знаете, собирайтесь и идите домой. Сегодня копать не надо. Это стопудовая примета. Не буду показывать свои находки сегодняшние. Но их было много, но я их не буду показывать. В общем, Валера, я это место, ну, я понимаю мозгами, что оно тут, и, наверное, это оно, но я его вообще не узнаю. Смотри, что скажешь, как ты вообще думаешь? Ну, вот здесь такая вот, травы нету. Сюда ведет прямо тропинка, прямо от деревни. Ну и вот, стоит сюда лазить или даже не стоит? Здесь, я не знаю, здесь верх. Одевать, наверное, большого смысла нет. Глубина, наверное, по колено везде. Было глубже, я не узнаю это место. Ну, вот такое вот. Что думаешь, стоит вообще переодеваться или нет?
Короче, дно везде видно, песочек. Вообще, ну даже под противоположным берегом. Просто камера, наверное, отсвечивает. Ну вот, сходил после обеда, после плотного обеда, искупаться немножко, жирок погонять. Вот, искупался. Правда, постоянно на что-то наступал. Ох уж эти рыбаки, под ноги попадали постоянно. Вот, блесна, остатки блесен. Вот, такая вот рыбка. Вот, такая вот блесенка попала под руки. 10 копеек наши, 5 копеек попали. Какой-то вот такой вот жетон для торговых и развлекательных автоматов. Вот. Вот такой вот жетон попал. Попал какая-то вот такая вот шмурть непонятная. Какая-то вот такая вот сережечка с камушками. Какое-то вот такое вот попалось колечко с камушком. Какое-то вот такое вот наступил нечаянно. Короче, фокус потерялся там. Господи, спаси и сохрани мя. Вот такое. И тут что-то еще такое. Прямоугольник выбит какой-то. Наступило опять какое-то такое вот обручалочка такая. Увесистая довольно. Так, где тут у меня мой зумчик? Вот там. В общем, как-то вот так. Как-то вот так. Ну, не суть. Короче, сходил, искупался на славу. Мне понравилось. Погода хорошая, тепло очень. Приехал поработать на пляж. Вроде бы как бы не очень людно. Народа не слишком много. Ну как бы нормально вроде все. Вот. Сильно никто, наверное, мешать не будет. Прибор собран. Пойдем поработаем. Погода классная. Ну все чики-пуки. Вот, Валера, угробил я скуп. Очень сильно погнул, не знаю. Надо теперь тебя просить, можно ли что-то с ним сделать. Вот. Ну, а я притарил еще один скуп. В прошлый раз я брал дорогой скуп. Немножко по глупости его практически ушатал. Ну, практически. На этот раз взял дешевенький, 110 рублей. Этот уже бюджетный очень скуп, но тоже той же фирмы. Симпатичный, черненький, вот такой. Ну вот, Валера, сделал вот такой у меня получился плотик. Ну ты понял. Вот такой вот. Вот такой.
На самом деле это все более чем реально, не считая того, что сдаю. Ну, сам ты понимаешь, да? Тут вон, какие хочешь, колечки, цепочки, шмочки там. Ну, серебро немножко, там, может, не все выпало. Ну, не суть. Вон, укатилось уже, кольцо укатилось. Вот. Все как бы абсолютно, ну... Реально, все абсолютно это самое. Все дела. Ну и там всякий шмурт еще. Целые тут. Ну блин, у меня еще ж банки там. Всякие там. Был на Ресте. Ой, на Лохве, как обычно. В том месте, где прошлый раз, ну один из прошлых разов, нашел золотое кольцо. Бил хладнокровно, отрешенно, как машина. По-другому просто это было сделать нельзя. Очень много сигналов мусорных намели вдоль берега. Я выбрасывал в траву, там в камыши, потому что в сумку все бы не влезло. Здесь только маленькая-маленькая часть. Ну, не маленькая, но столько же точно сигналов я выбросил уже. Посмотрите, просто чтобы представление было вообще, что такое подводный коп. Бить нужно хладнокровно, четко, отрешенно, иначе просто можно, изматерившись через один час работы. Работал, кстати, 4 часа. Уже с ума сойти. Ну, из нормальных находок вот такой вот фонарик. Кстати, он светит, он работает. Вот. Ну и верхний ряд советики. Так, сейчас попробуем. 3 копейки 83, 3 копейки 970, 2 копейки 85, 2 копейки 85, 2 копейки 78. Очень интересная. С ровной-ровной дырочкой. Ну, наверное, лучше вот так и светить. С ровной дырочкой. 1 копейка 87. Непонятная вот такая вот штучка. Дрючка. Не знаю от чего. На медь похоже. И ходячка. 1 копейка, 2 копейки, 2 копейки, 5 копеек, 5 копеек. Вот так вот поработал. Работал 4 часа. Все-таки в Лохве вода ледяная. Ключи в пятерке замерз. Ну, привет, мужики. Короче, хотите верьте, хотите не верьте, приехал вот на заливчик, на Невасике. Короче, решил проверить, вот просто в плавках, вот, и сланцах, без гидрокостюма, без всего. Зашел, короче, только с вибротектором и лопаткой походил. Ну, по эти, которые не балуйся. Короче, есть две находки. Я, короче, охренел. Не знаю, как оно видно. Вот. 10 чего-то там. Злотых или что? Подскажите, не знаю. Короче, портрет какой-то. Вот. Польские, по-моему, злотые 10. И пилочку вот такую. Не знаю, как оно там видно, что там в камеру попадает. Короче, без гидрика, в плавках и сланцах, короче, совочек. И этот вибро, этот
макроногта. Короче, я в шоке. Ну сколько, я не буду обманывать. Я, короче, ходил же согнувшись. Ну, не ползал, это в гидрике можно поползать. Ну, минут 7. Честно, минут 7. Вот такие вот дела. Всем привет, народ! Посмотрите, в каком я потрясающем живописном месте. Вот я нахожу на микроречках просто потерянные вообще пляжи, ну, которых никого здесь нету. Вот яблонька, лавочки, песочек, живопись неописуемая. И вот маленькое болотце, очень приятный заход, сплошной песок там. В общем, я приехал в 12:35, вот я полтора часика полазил, чисто в свое удовольствие. Что мы имеем? Имеем серебряное колечко, 925-я высшая проба с камушком. Ну, я уже зумом увеличил, фотку вам кину сейчас, если кто не верит. Так, имеем 1 рубль наш белорусский, 20 копеек, 5 копеек, 1 копейка. Далее, вам не знаю, будет ли видно, это 1985 год, советик. Вот такой вот грузик, наверное, свинец. Очень не знаю, но только вот, чтобы не было обломок серебряный, короче, не знаю, может, заберу. Шляпа вот эта я выкину сейчас. Вот эта шляпа какая-то. Ну и, естественно, вот крючок, грузики. Ну вот так. Место, ребят, до ближайшего населенного пункта 6,5 километров. Живопись. Прелесть. Вверх уже снял Валера. Вот. Снимается вот это вот все. Ну и вот я еще. Где-то тебе будет видно. Костюмик. И этот снимаю. Короче, все классно. Ой. И очень тепло. Вода ледяная. В этом. Снял этот, остался вот в этом. Вода ледяная. Вообще не чувствую. Кстати, перчатки рекомендовал бы тебе купить. Я сейчас прибор мыл. Снял перчаточки свои, трешечки. Короче, у меня руки свело нафиг секунд за 5. Кажется, вода ледяная, я не знал об этом. Ну, вот такая вот. Такая вот борода. Так, тихонечку вот. Снимаю это все. Можно даже. Ну, короче, ты понял, я думаю. Ладно, неудобно одной рукой. Ну вот, окунулся на заливчике слегка. Без фанатизма. Вот такое вот серебряное кольцо с церковными надписями какими-то. 925-я проба. Ну, на фото видно.
Так, может, не видно. Вот такие вот надписи. Вот такой вот крестик. Не знаю, из какого металла. Ну, такой прикольный, наверное, старый. Вот, еще колечко. Не знаю, еще. Типа обручалки, но из непонятного металла. Вот вертушки раньше такие вот были. Тоже от вертушки. Универсальная. Вот, цена 17 копеек. Так, 3 копеечки советы. Советы, 89 год. 20 копинок Украины. Украинцы тут у нас тоже. И Украина купается, 11 год. Так, 10 копеек советы, 80, то ли 80-й год, ну какой-то такой. Ну и, естественно, ходячечка. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот, сходил на 2,5 часика. С 10 до 12:30 побыл в воде. Решил показать, ну, находки, как они есть. Не просто там сережку серебряную, там цепочку и пару монет. А вот, ну, почти все, что есть. Значит так, ключик вот такой вот. Вот такой вот ключик какой-то. Раньше вот это, я так понимаю, была кормушка. Это, к превеликому сожалению, драч. То есть это драч. Драть рыбу. Закидывают и просто секут. Подонки. Две вот таких вот рыбки. Вот. Релакс шат и еще вот какая-то. Ну, резиночка. На ней металлический элемент тоже попало. Так, ну, пару вот таких вот. Хотя подозреваю, вот это я рядом нашел, что вот это отгнило от кормушки. Это с какими-то острыми, не знаю, что такое, гвоздь. Кусочек металла, разумеется, пробочка раз, пробочка два. Вот такие вот прекрасные на песчаных пляжах, где люди купаются. Вот такие розочки. Ну, куда ж без гороскопа любви. Презервативы гладкие. Фольга. Фольгу брал не всю. Для примера вам положил. Потому что всю фольгу я потом уже, когда в воде был по грудь, и у меня в сумочке были розочки вот эти, я уже боялся туда вслепую лазить, дабы не порезать руки. МТС карточка. 2 рубля 50, 60, 2 копейки, 2 рубля 62 копейки, 4 монеты, серебряная цепочка, потом сережечка, фото приложу, 925-я проба, серебро, с камушком, и тут еще много камушков. По кругу, вокруг синего. Не знаю, насколько видно. Ну, сережка прикольная. Застежки какие-то. Вот это было прям с леской. То есть, понимаю, так, я так понимаю, бусики какие-то были. Вот это тоже не про... Это тоже от застежечки элементик. 100%. Ну, вот что-то от какой-то цепочки. И вот это тоже, видимо, от какой-то цепочки, наверное, бижутерии. Не знаю, вряд ли это серебро. Вот оно все разваливается. Ну, в общем, как бы вот такие вот находочки.